составе военно-морских сил Украины 43 корабля и катера. Из них 6 боевых, 16 вспомогательных судов и 21 катер. Но самым знаменитым остается фрегат «Гетьман Сагайдачный». В 92-м году он впервые сошел на воду. В 93-м над ним поднялся украинский флаг. Экипаж «Гетьмана Сагайдачного» неоднократно противостоял пиратству и контрабанде в море. В 2008-м фрегат впервые принял участие в операции «Активные усилия». Самое же знаменитое можно назвать операцию НАТО «Океанский щит» в Аденском заливе. Зима и холодное ветреное море, тысячи километров от родины. Эти факторы не остановили молодых ребят в проявлении настоящей отваги и мужества. Именно украинские храбрецы обнаружили в море пиратов. Боевая готовность номер один. Начинается операция. С воздуха ведется огневая поддержка. На двух лодках к пиратам приближается досмотровая команда. Пираты сбрасывают оружие в море. Я особисто спостерігав, як з скіфа було проведено скидування зброї, різноманітної зброї. Я можу з певністю сказати, що це перша фактично наша операція, проведена нашим контингентом. Адже дії піратів впливають на світову торгівлю та економіку. Тож разом НАТО і Україна робимо все можливе, аби бути впевненими, що світова торгівля – не буде призупинена через піратство на морі. Наші ребята проявили повну боєготовність і настоящую храбрость. За время операції українськими моряками були задержані 8 піратських лодок. Кроме этого, екіпаж із почти 200 чоловік получил такую подготовку, що тепер обучает колег із других стран. Отвага, мужество, храбрость, энтузиазм і патріотизм. Этих слов мало, чтобы описать молодых храбрецов с украинского фрегата. Такие люди заслуживают звания Герой Украины. Кристина Немченко, 7 канал.